нашего интервью Антон Дмитраков, генеральный директор коллекторского агентства «ЭОС», входящего в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. Окончил финансовую академию при правительстве РФ. Начинал свою карьеру менеджером по работе с финансовыми институтами и корпоративными клиентами Ситибанка. Был вице-президентом Дрезднербанка. Мы встретились, чтобы обсудить сектор B2B долгов в России и ситуацию на финансовом рынке. Антон, проблема взыскания долгов, она является по-прежнему одной из самых острых на финансовом рынке. Как выглядит сегодня сектор B2B долгов в России? В каких отраслях наибольший объем как раз просроченной дебиторской задолженности? На 1 октября 2020 года объем просроченной дебиторской задолженности составил 3 триллиона рублей. Это, конечно, колоссальная цифра. Но половина — это три отрасли. Ну, скажем так, три направления. 700 миллиардов — это производство. Прежде всего, машиностроение — это 200 миллиардов. Торговля — примерно 600 миллиардов, где 530 — это оптовая торговля, то есть практически 90%. И ЖКХ — это 550 миллиардов. Вот они, топ-3 наших проблем. Соответственно, это половина от этих 3 миллиардов. Это много. Такого не было. Это отрасли, ну, наиболее стабильные в прошлые времена. А если посмотреть на предыдущие годы, там, вот, кризисы, которые были, там, допустим, 2008 год, 2014 год, вот эти вот показатели по объему долга, они были меньше? Если мы обратимся к цифрам, начало года 13 тысяч компаний имеют проблемы, сейчас практически 16. То есть рост в 20% – это много. Плюс прошлый год динамика 0,5, этот 17. Это очень много. Это как раз говорит, что люди не ожидали. Даже самые опытные, даже которые 3 кризиса прошли, но управляя даже бизнесами 20 лет, никто придумать себе не мог такого вот високосного года. Если говорить о корпоративной задолженности в банковском секторе, какую долю в нем составляет малый и средний бизнес в этой общей структуре долга? И какие ваши прогнозы на следующий год? Малый и средний бизнес в просрочке в банковском секторе составляет 26%. Много это или мало? Вообще обычной ситуации это очень странная цифра. То есть обычно меньше. Обычно 10% между крупными корпоратами и малым и средним. Так сложилось. Сейчас малый и средний вырос достаточно серьезно. Практически в 2 раза по сравнению с большими корпорациями. Почему? Ну, очень просто. Потому что большие корпорации, важные клиенты, их поддерживают больше. У них больше специалистов, которые могут работать с просрочкой. Они имеют больше запаса, резервы, подушку. У малого и среднего такого нет. Малый и средний обычно работает в пределах бюджета и без особых поддержек гос там, и материнских каких-то компаний. А если вот государство будет оказывать дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу, тогда это поможет? Прекрасно. Ну, сами понимаете, кто-то проходит, скажем так, стандарты, нормы, по которым оказывают эту помощь, кто-то, к сожалению, нет. И здесь, опять-таки, они не виноваты. Ну, просто государство тоже не всесильно. То есть у них есть какой-то сценарий или там план. Ну, в первую очередь, кому помочь? Конечно, да, или ну, видение. Вот здесь вот это стратегически важное. Ну, ситуация может выровняться, если будет государственная поддержка больше для представителей малого и среднего бизнеса. Как мне кажется, чем больше возможностей для помощи, тем больше шансов выжить, что ли. Повлияла ли пандемия на рынок долгов? Какая сейчас динамика? Конечно, повлияла, но не везде это какой-то колоссальный рост. Причина проста. Наши люди молодцы. Они запомнили прошлые 2 кризиса. Уже попробовали что-то, что их уже спасает в этот кризис. Но все равно цифры большие. То есть, если я вам скажу, что это 17% за 9 месяцев роста дебиторки, ну, ни о чем не скажут. А вот если я вам скажу, что в 2018 году было 13, а в 2019 уже 0,5, всего 0,5. То есть в 35 раз увеличилась дебиторка, наверное, это вас удивит, да? Ну, то да, есть это колоссальный рост. В торговле рост за 9 месяцев составил 47%. Очевидно. Мы прекрасно понимаем, что, естественно, ограничения в передвижении, в режимах сказались. Вот оно, 47%. Это, естественно, оптовая торговля. Логистика – 42%. То есть в транспорте тоже были проблемы. Цепная реакция – торговля, транспорт. Ключевой рост был 153% именно в сухопутке. Потому что, естественно, больше перевозится сухопутным транспортом, межгород и море, и авиация все-таки меньше составляет, поэтому по сухопутке больше всего и удар. ЖКХ. Ну, я бы сказал, небольшой рост, 12%. Самое большое давление было на водоснабжение, 24% водоснабжения. И производство. 12%, ну, скажем так, тоже терпимо, наверное,
Но наибольший рост – это машиностроение и транспорт. Здесь опять очевидность, да? То есть мало машин стали покупать, там спад, там проблемы, соответственно, сказалось уже на производстве. Чемпионы по росту, просрочке, ну, здесь один из самых простых и логичных выводов – это финансовый сектор. За 9 месяцев 144%. Ожидаемо, наверное. Да, и это лизинг – 81%, и ценные бумаги – 300%. Прочие услуги, ремонт бытовых услуг – 158%. И информационные услуги, ну, здесь цифра дня, издательский сегмент, книги и так далее – 956%. Естественно, сидя дома, печатную продукцию люди не получают. Это только если почтой кто-то всегда привык выписывать что-то себе. Телекоммуникации – 77%. Ну, здесь вопрос. Если это интернет, наверное, там все хорошо, что-то иное, здесь, скорее всего, это что-то иное. В России в секторе B2B традиционно жесткие требования как раз по предоплате поставок. Уровень доверия между контрагентами достаточно низкий, но, несмотря на это, задолженность все равно растет. Вы, как руководитель компании, занимающийся дебиторской задолженностью, как вы считаете, как эту проблему можно решить и вообще почему так происходит? Из нашей отрасли вот работы с проблемными долгами хорошо подходит термин «медиация». Я, конечно, понимаю, что не все могут в кризисные моменты терпеть те, кто задерживает оплаты. Именно поэтому возникает дисбаланс. И в отношениях людей, где требуется третий, который согласует эти условия, который, может быть, выкупит этот долг. И дальше люди продолжают работать в том же режиме. То есть, чем хороши мы, как индустрия, вот, работать с проблемной задолженностью, мы забираем часть проблем на себя. То есть, мы, понимая, что вот этот долг будет трудный, долгий, готовы работать с ним год-два, если у людей есть адекватное отношение, понимание этого, и мы со спокойной душой его купим. Это для некоторых компаний, у которых резервирование, или, пример, у банков оно всегда есть, такой спасительный круг. С точки зрения сроков, если в банковской сфере на двух, на трехлетней дистанции продают долги, то в корпоративе, к сожалению, год. Я вижу логику того, что полгода попробовали сами, полгода отдали на агентку какому-то игроку, который работает с проблемной задолженностью, а потом уже надо продавать. Потому что агент, в данном случае, мы даем оценку. Мы видим смысл или не видим. И уже сама компания решает, смогут они сами справиться дальше. Или же уже бессмысленно. И уже можно отдать профессионалу. Какие методы регулирования задолженности наиболее эффективны в корпоративном секторе? Вы уже сказали про медиацию. Да. Что еще? Цессия. В данном случае, естественно, есть спасительный круг номер два. Есть профессионалы, которые четко понимают, что делать с тяжелой, очень тяжелой и безнадежной просроченной задолженностью. Это по-разному оценивается, естественно. То есть есть какое-то мерило стандарта при покупке данных долгов. Это простой показатель точки безубыточности какого-то процесса. Если вы к ней уже пришли, и ваши специалисты, ну, не могут с этим разобраться, я думаю, что нет никакого смысла дальше продолжать держать этот долг. Посмотрите на рынок, сделайте тендер, посмотрите, кто как предложит, какие ставки, и вперед продавайте. Держать у себя нет смысла. Стандартная западная рыночная практика. 21 год. Как вы считаете, каким он будет для экономики России, для вашей компании, в целом для бизнеса как крупного корпоративного, может быть, так и для малого, для среднего? Ни в одной стране мира не было 4 кризиса за последние 20 лет. 4 кризиса. Их никто не предсказывал. Спросить любого экономиста, а что будет через 5 лет? Все говорят какие-то общие слова. Поэтому люди, неожиданно получив такую проблему, сумели с ней 4 раза за 20 лет справиться. Поэтому я думаю, что все будет и хорошо. И в этот раз тоже справимся. Да, можно будет дольше. Вопрос просто то, что это цепная реакция по всем секторам. То есть это не только там банковский или какой-то там еще один сектор. Все. Но хорошо, что есть драйверы. Это дистанционные продажи и какие-то сопутствующие индустрии. Нам сейчас будет непросто. Объемы у нас тоже возросли, но мы справляемся. 3 года назад было принято решение о диджитализации всех процессов. И мы вкладывались в дистанционку уже. Удаленка – это самая большая главная боль была. Я очень благодарен команде, потому что ребята работали 24/7, где-то месяца 2-3 во всех городах. Это непросто сделать, да? Но сейчас все работает, все хорошо, поэтому люди, привыкнув, сидя дома, работать, уже делают это гораздо эффективнее. Мы не знаем, что будет дальше. Да? Тут важно, чтобы команда была готова ко всему. Антон, спасибо вам огромное. Благодарю за обстоятельную беседу и поздравляю вас с наступающими Я праздниками. Вас тоже. Пусть все будет хорошо.